Ну и завершая официальную часть награждения, не могу не выполнить еще одну просьбу. Я пока не называю тех людей, которые сейчас его наградят, но в моем лице я только исполнитель их воли. Прочитаю сначала. Дорогой Валерий, как реалист скажу тебе без назидания. До всенародного признания пути заведомо трудны. Добейся в жизни понимания, хотя б от собственной жены. Относись к славе скромнее и не гонись за ней. Подпись «Папа Ипполит». 19 июня 2014 года. И далее. Почетный диплом вручается дорогому сыну Валерию с надеждой на заботу, внимание и поддержку, на смелость и решительность, умение смотреть на мир позитивно, целеустремленность и энергичность, за отзывчивость и любовь. Документ дает право на звание «Лучший сын» и является официальным признанием в любви и обожании. Мама Лидия и папа Ипполит. Сегодняшняя дата.